супер отстой, а просто отстой. И, ну, как бы, ок, Лего. Лего сойдет. Так, Гориллабот. Гориллабот может раскопать Гагею. Вот. И в этом, на самом деле, на этом-то и заканчиваются все прелести Гориллабота. Его я брать особо не хочу. Я, наверное, возьму воскового проказника. Да? Проказник 77. Ну да, типа, ладно, хорошо, давай. Перманьячик, Смоляной Страж. Не, я предпочту Перманьячку. Мне нравится Смоляной Страж сейчас. 81 Перманьячка. Смоляной Страж 80, да. Не оцениваю его даже как 80, на самом деле, сейчас. Проблеск бури либо огневичок. Ну, вообще, типа, огневичок получше, но, мне кажется, проблеск бури получше. По итогу. Огневичок. А он 100, да? О, этот 80 должен быть где-нибудь. Нет? Не 80? А где огневичок? Огневичок 75 уже. А проблеск бури тоже 75. Да не, я возьму проблеск бури. Маг подрыви. О, может мне маг на добыче соберется? Ой, это будет кайф, ребят. Ну, ядовитый скорпит, хорошо. Ну, помощник чешуи, я могу взять это. Игра с подвохом, не. Давайте помощник чешуи лучше возьмем. Ну, я, конечно, посмотрю на эти все цифры. Игра с подвохом, 38. Ну да, помощник чешуи. Здесь легко. А, восковой проказник, либо морской летун. Ну, блин, летун как бы куда более стабильный. 79 против 77. Но здесь всякая синергия может быть. Ну, давайте, ладно, я возьму. А, руническая сфера или механогном? Я возьму руническую сферу. Я думаю, что руническая сфера интересней. 86. Да. Магический броник вместо аквархивариус, хотя архивариус неплохой, но броник он как бы... Броник выживать позволяет. Подожди, а где броник? 80. 79 против 80, да? Ну да. Ну да. Ну, спускаюсь с горы, хотя это довольно-таки плохо, но ладно. А, тень писателя легко. Страж Ашара, либо Смоляной Страж. Ну да, Смоляной Страж. Хотя, конечно, опять же, я вообще не фанат сейчас этой карты. Ну пускай. Так, ребят, хорошо. Значит, исследовательница реликвия. К сожалению, у нас пока одна добыча, и поэтому хрен ее знает, как она будет играть. Да я и вообще, на самом деле, не сильно фанат этой карты. Хотя... Ну, типа, да, она 59, она слабая. С другой стороны, 70 специалист по экспедиции. А и чистильщик Ашара 69. И, в общем-то, его я не особо хочу. Специалист по экспедиции, ну, норм. Но здесь плюс одна характеристика и улов, да? А здесь есть же шанс, что я это получу. Хотя... Ладно, я... Да не знаю. Было бы две добычи, я бы ее взял уже. А сейчас вроде как бы 13 карт, у меня как бы и добычи еще может быть достаточно. А может быть ни хрена не придет. Ну будет даже мне две добычи на все колоды. Все равно не хочется ее играть. Не захочется. Ладно, я попробую. Антимагия. Забытый аниматроник, наверное. Самая адекватная карта. 71. Ну да. Ну да. О, здесь трудный выбор. Чародейский усилитель, наверное, лучшая карта. Разводчица драконов хуже в любом случае. Но Петроглиф может быть вариант. Петроглиф 96. Я верю, что Петроглиф лучше. Усилитель 85. Да, согласен. Давай Петроглиф.
Не, я очень не люблю Порождение Хаоса за мага. Я лучше Болтливую книгу возьму. 85 Порождение Хаоса, Болтливая книга 82. Я больше уважаю. Так, ну здесь, конечно, Порталогенные просторы. Это первая по-настоящему уважительная карта. Воля призывателя, ну тоже нормально, только не особо куда кинуть. Ну не, Рекконсервация, это, конечно, здорово, ребят. Но я не возьму это место сладкого шквала. Не возьму. Не-а. Никак не возьму. Ну, здесь руническая сфера еще одна. Хорошо. Дракон, дракон хорош. Дракон намного лучше, чем Порождение Хаоса. О, как же мне это Порождение Хаоса-то пихают, ребят. Как же мне его пихают. Ну, блин, Ледяная Стрела, наверное. Ну, это как бы... Ну да, эта карта лучше, я соглашусь. Но я не так не люблю ее. О, Ледяной Ткач. Вот это отличная карта. Первый огонь тоже отличная карта. Ну, вообще, перманечка плюс дикий огонь, как бы нормальной синергии. Но королевский библиотекарь выглядит как самый лучший. Да, королевский библиотекарь, ребят. Полна огня, ладно, первый, и уже мало осталось, я с удовольствием его возьму. Здесь дракон зазывал лучше, чем закатный залп. Еп. Пятерка лучше, чем слияние с глубин. Еп. И последняя карта, ну, выглядит как материнский корабль. Хорошо. Итак, что мы можем сказать по колоде? Играет ли эта колода темп? Раз, два, три стартовые карты. Три. Ну, 4-5 можно оставить. Очень мало старта, то есть у нас получается. То есть темп мы не играем. В лицо мы не то чтобы много закидываем. Ну, как бы, да, у нас неплохая лего сама по себе. Хотя не то чтобы супер уважаю Никси, но она, в любом случае она хорошая. В любом случае. У нас много раскопок. Раскопки тоже, да, хорошо. Раскопки хорошо. Ну, типа, тройку кидать можно на семерку, на, может быть, восьмерку кидать. На мага-подрывника можно кидать. Ну, как будто бы у нас норм колода. Но, честно говоря, эта колода, ну, вот ты на нее смотришь, и если она сделает побед 8, вот ты ни капли не удивишься. Но, как правило, она делает побед 5, ребят. Ну, просто потому что, как бы, ну, старта у тебя нету, тебя могут приехать вначале. А в лейте, ну, как бы, всегда лейт, всегда выигрывают шаманы. Поэтому, ну, давай. Ну, просто надеюсь, что я сделаю... Опять же, сделаю 7 побед, я буду доволен. Предыдущим, на самом деле, охотникам, по-хорошему, там колода должна была делать на побед 9. Ну, сделал 7, ладно, потому что мерзкие шаманы, ты встретил двух шаманов, ты проиграл. И, ну, вообще, там, больше встречал, да? Ну, смысл в том, что, опять же, встречаешь шамана, проигрываешь. Так. Ну, двойка, и ладно, можно подстреливаться, наверное. Что здесь я буду оставлять себе рунические сферы, просто отстреливаться. Четверка слишком дорого и слишком рандомно. Не хочется. Болтливая книга потрясающая. Это хрень полная. Я, кстати, вообще не уверен, что я хочу эту карту играть. Вообще не уверен. Но если мне нечего будет играть, тогда я ее сыграю. Но в любом другом случае я... Ага. Играть что угодно, но не эту карту. Да нет, давай еще так. Все, мы уже не играем колдовской поток.
У нас как минимум есть восковой проказник. Эта колода, я говорю, типа 7, она... Вот по логике вещей должна брать 7, но скорее всего она возьмет 5. Ибо невозможно побить дурацких шаманов. Невозможно побить. Так, хорошо. В принципе, я не против удариться. А я не против. Ой, ладно, я немножечко против, честно говоря. Окей, я не против. Да, залетает сюда, этот выходит. Синтез, карта отличная. Короче, мне как-нибудь из рандома достать восьмерку на призыв элементалей. И я за счет этого смогу выиграть. Как бы, вот мой план, ребят. Ну, могу так ударить. Ладно. Типа, а что делать? Жду приказания. Придется. Варианты еще какие есть. Так ударить с тебя нет. Ну, вообще, можно, кстати, раз-два сделать. Шестерка просто в темп, но он не уберет рекрута. Что? Ну, такое. С другой стороны, да и ладно, уберет. Хорошо. В целом, пока игра, как бы, я ее не проигрываю, но паладин может начать разыгрывать какие-то свои карты, которые очень сильно меня обломают. Допустим. Что ты мне пытаешься сразу в лицо ударить? Ладно, я как бы не против. Давай, что, четверку мы сделаем? Рано или поздно кто-то пройдет по этой дороге. Хорошо. Так. Я хочу 3-1 разменять. Или 1-1. Или 1-3. 1-3 все же как бы полезный он достаточно. Ладно, давай я, наверное, все же... Все 3 урона в лицо. Не, ладно, давай. Паладин может полечиться. В прошлом ходу заклинание. Окей. Работает. Ну, скорее всего, он всегда будет работать. Возможно, я его просто выиграю за счет унылого контроля. Возможно. Давай, раз. Хорошо. Вон. Дитя смерти против паладина — отличная карта. Ну, а это просто ремувал. Да, это как бы по лучше карты, но у меня вроде достаточно много заклинаний. Мы лучше так сделаем. Как знаешь. Так, 5 урона. Могу 6 урона сделать. Давай 6 урона сделаем. Ритуал Ашары? Да, я возьму ритуал Ашары. Бесконечный максимум есть. Да не, я силу звезд лучше возьму. Мне достаточно всяких карт рандомных.
Окей. Что ты будешь делать, паладин? Кстати, его личный лего Анахронс. Не сказать, что он ей очень много сделал. Ну и чё? Так, ну, в целом неплохо, конечно. О, это много скелетиков, и я, в общем-то, победил. Я практически не сомневаюсь теперь в этом. Ну да, чисто побаловаться ему в лицо. Если чё, дракон есть большой. А либо пятерки, две пятерки могу сделать. Как будто в другую игру играешь, когда против тебя не шаман. Ну сразу как-то, знаете, ну так спокойненько. Ни вообще никуда ничего, никаких проблем. Как-то, ну да, тебя победить могут, но в целом чаще я побеждаю, намного чаще. А все же скилл там, все дела, ребят. Как бы, поэтому логично, что я должен побеждать почаще. Правильно? Правильно. Королич. Ну, типа тот, да, вот персонаж, он достаточно сломанный, Королич. Но, наверное, из всех его карт раздражает, пожалуй, только, наверное, 2-6. Она какая-то слишком поломанная, на мой взгляд. Вот, а все остальное, да и вообще пофигу. Хотя, опять же, у нее есть 20, которая тоже весьма и весьма поломанная. Скажем честно. Который любуется напоследок солнцем. Хорошо, давай. Я готов сделать так. Сбой. Сбой слабовато. Наверное, я тройку возьму. Пожалуй. Выстрел. У меня как бы на следующий ход непонятно, что делать, но будет выстрел плюс вот эта вот штука. Не, подожди, не понял нифига. Что-то показывает, что у меня здесь. Ага. Ну ладно. Я его, если что, убью. У меня дектрекер почему-то показывает, что у него здесь монетка. Хотя он только что монетку сыграл. Вот, скорее всего, будет. Видно. Так, теперь у меня вопрос. А хочу ли я сделать Ой, а на кого я хочу вообще сделать сайленс? Писец у меня вариантов по сайленс-то, да, миллион теперь. Как бы вернуть 5-5, вернее 3-5.
Застанут сетевое существо, которое у него выйдет. Ну, наверное, застанут сетевое существо, это как бы самое правильное. Что же делать? Я пока так сделаю, он мне не особо угрожает, не угрожает особо. Это довольно слабая карта. Давай такой возьму. Ледяной ткач с удовольствием. Пас. Ничего говорит. Блин, ладно, хорошо, как будто бы реально застанут сетевой, это самое окей. Не давать ему карту лишнюю. Это же много. Достаточно, да. Достаточно много. Просто сенс по игре. Какую-нибудь тройку. Так, ребят. А у него только, обратите внимание, похищение жизни. А это значит, что у него есть только карты красные. Дайте-ка я догадаюсь. Магрейн его лего. Ага. Вот меня спрашивали, типа, какую взять Лего, Нзот или Магрейн, вот это все. Вот именно поэтому нельзя брать Магрейна. Потому что я уверен, что у него сейчас просто карты, которые вообще непонятно, что они делают. Просто непонятно, что делают. Окей, окей, окей. Никак не камбэкнешь. Не стоило напрашиваться. Так, единицу, ну, можно оставить. О, здравствуй, шаман. Мерзкий шаман. Классический мерзкий шаман. Ну, вы знаете этот класс. Ну, что я могу сделать? Раскопать какую-нибудь, кстати, раскопать теоретически лего какую-нибудь можно. Вот, может быть за счет дикого огня, кстати, можно поиграть. Кто знает, кто знает. Будет очень тяжело выиграть у него, если что, если семерка у него будет. А у меня нет своего дикого огня. Я его не брал. 5 ман, 5 урона. Ну, на добивание, либо там что-то такое. Либо прям необходимость какая-то. Хорошо. Раз. Два. Нет, не брали. Не брали. Затишье. Угу. Перед бурей. Ну так, все равно нужно потихонечку, потихонечку разминать его лицо. Никто не отменяет, что шаман лечится на 28 примерно за игру. Ага. Окей. Окей. Дракон. Что я могу сделать здесь? Я могу сделать пятерку. Могу. Могу сделать единицу, единицу, двойку. Это будет 4 маны. И поменять его. Ну, в принципе, да, меня устраивает.
Да, я думаю, мне правильнее в лицо ему ударить. Я говорю, нибудь 1-5. Наиболее вероятно. Че, еще один живой лук? Ой, давай ударься и на лицо передай. Классненько, классненько, ребят, классненько. Классненько, уважаемо, уважаемо. Уважаемо. Могу сюда, кстати, пострелять. Вот через проказника. А давай через проказника постреляем, ребят. Нет, проказник, я же сказал. Угу. Устраивает. Как бы, даже несмотря, что ходы сейчас складываются в мою пользу, и как бы против другого бы класса я был бы, опять же, ну, не уверен, но прям говорил, что ну да, я здесь побеждаю, у меня здесь все здорово. Но это же шаман, ребят, это шаман. Шаман против шаман невозможно такое сказать. Такие, такую глупость. Ну, придется пятерку, наверное, доделать. Будет 5-5. Ну, я все еще проигрываю. Потому что это туп шаман. Да, шаман тоже платит, как известно. Но очень редко. Так. Так, так, так. Мне бы на самом деле доборчик бы уже себе как-то организовать через ту же самую перманечку, наверное, да? Приятно. Неприятно. Ну, засалансить могу. Шаман не то чтобы очень много. Или давай так. Давай семерку сделаем. Просто как бы у шамана не особо-то существ каких-то сансить нужно. 6 за 6. Довольно печальное существо. Ну ладно. А вот сеанс. Так, хорошо. Ладно. Пинг существа, потом заклинание за 5, было бы 5-7-7. Но я не сильно рассчитываю на характеристики, потому что, как по мне, что у тебя 7-7, что 5-5, это все отлетает от восьмерки с добычей. Это неприятно. Да, понимаю, 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 неприятно. Хорошо. Давай мы так начнем. Разумеется, у нее есть семерка. Ну, в смысле, как не семерка? Ну, я о чем бы? О чем, ребят? Окей, вот это, кстати, приятно. Это очень даже ничего. Есть шанс. Давай без десятки там Мауейхи, ну в смысле десятки, 10 урона с лайфстилом. Вот без вот этой хрени. И в целом нормально будет. Да, вот я про эту карту, ребят. Типа у шамана не будет этой карты, ну вы чё? Ну хорошо. Хорошо. Уже ладно, как будто бы 5-7. Я ему пока... Я убиваю, если чё. Ребят, я победил. А вы такого ожидали? Такое ожидали? Давай,
Но вы только оцените, насколько прям на тоненького. Вот просто на тоненького. С момента выхода мини-дополнения за весь вообще, вот за все, сколько уже, уже 2 недели, да, с лишним? 3 недели там. За это время одна была у меня только партия, где я шамана прям уверенно побеждал, и я прям вот все закрыто, я выигрываю. Вот просто тупо жрец какой-нибудь. 4 из 5 у меня партий я о том, что я сижу и уже что-то слюни пускаю, летало пропускаю, и как бы ничего жрец не может сделать. Вот. Ну и какие-то другие там классы точно так же, там Паладин, условно говоря. Хотя он, конечно, посерьезней противник, поопасней, как будто бы в потенциале, но все равно то же самое. Воины, маги, чернокнижники, рыцари смерти, даже кто угодно может быть уверенно побежден. Шаман никогда. Никогда. Про шамана это абсолютно всегда, это прям напряги, трудности. Кстати, возможно, я хочу его поменять. Чё тебя поменять? Значит, да нет, ладно, давай, я пошел. Маг это не тот персонаж, который прям против которого нужно супер беречь 1-3. Ага, именно про ту самую партию. Ладно, может быть и неплохо. Монетка 3, что-то какая-то. Хорошо. Так, у меня есть 2 варианта. Не, ну кстати, ладно, хорошо. Здесь тогда такой вариант. Как будто бы тоже вариант, но учитывая, что дракон, типа, если бы у меня не было бы дракона, то я бы, скорее всего, достал лучше его. Ну, вернее, вот это вот достал бы руны. Но так как вышел дракон, ты, разумеется, хочешь поменять. Давай так. Вот так находка. Ну, ладно. Найс топ-дек. Жалко, не двойной. Имеется в виду. Чешуя не была сыграна ранее. Маг может восполнить себе здоровье. Ух ты ж, какая штука у тебя есть. Че ты мне покажешь? 7. 7-5. Понял. 7-5, ребят. Ну, могу сайленс накинуть. Будьте добры, потише. Хорошо, давай. Хорошо. Ну, 4-3 сейчас я, наверное, сделаю. Потом 8-ка, может быть. Может, мне что-то стоп-дек придет. Если у меня вдруг 2 портала придут, я же буду писец какой счастливый. Ой, какая же ты, какая же мерзкая карта это. Просто пипец, какая мерзкая карта. Супер мерзкая карта, ребят. Ну, давай, ладно, я так сделаю. Это ему, конечно, очень сильно повезло. Такую шестерку достать. Че ты мне 5 сделаешь? Ну, я 8 сделаю. Я не против. Или дракон я лучше сделаю. Что, пускай будет дракон.
Вон в лицо опять же, ну не. Всякая броня может налететь. Нафиг надо. 6. Сон. Ух ты ж. Ну чё, если в лицо, в лицо, в лицо, а? Ух. Ладно. Ну, я не могу сказать, что это прям супер карта для меня. Ну, псельмерку на халяв. Да, можно. А это он тоже раскопал. Лего. Не та Лего, которую он изначально имел. Все, он проиграл, я понял. Да не, он проиграл, ребят. Я не понимаю, почему он не начал с этого и не пытался закрыться. Ну, типа, он, видимо, не понимает, что у меня вторая такая же. Судя по его ходу. Не особо следит за игрой, там, почему у меня дополнительная карта появляется, тоже не понимает. Видимо, из-за этого. На самое. Именно Джайна. Не стоило напрашиваться. Так, хорошо, двоечку оставим. Ну, а можно четверку еще ставить. Четверка слишком уважаема, поэтому ладно, я оставлю четверку. Четверку оставить можно. Так, против рыцаря смерти я могу. В целом можно против рыцаря смерти. Ну, фростболт. Лады. Так. Пиво разлил. Кто знает, кто знает. Ну хорошо, просто тройку, значит. Ну, не очень хорошо, ну ладно. Пиво жалко. Как птичка. Ну, товарищ рыцарь смерти. Ну, это такое. Заморозил. Пожалуйста.
Да и пожалуйста. Пожалуйста. Не очень, да, у меня получилось спародировать персонажа одного мультика. Монетка 2-4. Ну, то ладно. Ну, давай. Ребят, если бы у вас была возможность забанить каждому классу, я не прошу от вас каждый класс называть, но вот примерно, хотя бы там, ну, парочку, может быть, три, если у вас есть такое, что каждому классу можно забанить одну карту. Вы бы кому бы чё банили? Ну, ладно. Вообще, на самом деле, мог бы так бы сыграть. Ну, ладно. Не, ну здесь уже, как бы, у меня ситуация, на самом деле, намного хуже, чем была до этого. Да, мне лучше бы, наверное, вот так сделать сейчас. Семерка шаман вне конкуренции? Так, хорошо. Как-то мне с этим надо расправляться, непонятно как. Ага, ну вот, видимо, вот так. Ну, конечно, это было сначала книжечку. Ну, так, ладно. Книжечка, кстати, полезна относительно. Портрет Приста? Портрет Приста — это то, что бы вы хотели забанить? Он реально напрягает? На семерку шамана выглядит сейчас действительно, что все вообще хотят забанить. Я бы тоже забанил семерку шамана. Ну, типа, у шамана столько всего есть всяких сладостей, но до семерки у него как бы... да, он типа супер контролящий, супер дохрена ресурсов, но нету какого-то вот такого вот перманентного преимущества. И как бы семерка, она супер портит все. Блять, тут это, кстати, охренеть ты выдаешь тут, чел. У меня мало времени. Окей. Так. Так. Ну, на восьмерку у меня, видимо, вот здесь такое пойдет. Ну, хорошо, пускай будут горячие скидки, а уеха полезная. Йока с табакерки. Так, изучение звезд. Вы разогреете его, срабатывает дважды. У меня достаточно неплохие заклинания тайной магии, на самом деле. А здесь особо-то и брать нечего. Что семерка делает? Бафает всех на столе, в руке и в колоде на 2-3. Портрет Варлок, Лестраз Друид. Не, ну блин, Лестраз Друида, тогда ты за Друид никто не будет играть. По ощущениям. Ну, какой нахрен вообще играть за этот класс тогда получается? Это как-то я не могу согласиться. Как будто бы Лестраз — это единственная радость. Окей. Да, нормально. Волки ДХ, семерка шаман, восьмерка мага.
Восьмерка, я, видимо, понимаю, что элементали, да, призывающий двойку, а та, которая три зверя дает. Дракон Приста. Микстраз Друида. Мерквардука. Но это ты забанил, считай, всех самых сильных. Но я, кстати, с таким бы подходом не подходил бы, да? Я бы не банил самых сильных, я бы банил бы самых бесячих. Типа, семерка шаман реально бесячий. У ДК бесячий баф. Ой, как ты интересно ты делаешь-то. Неплохо, 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 неплохо ты сделал. Неплохо, неплохо, уважаемый, я бы даже сказал. Шум. Шум. Че, фростболт там тебе в лицо зафигачить, чтоб ты подумал хорошенечко над жизнью своей. Даже так. Нет, нормально, ребят, это мне нравится. Давай тебя сделаем еще, посмотрим, что-то интересное может будет. Ой, как интересно. Как мне нравится, ребят, такое вот такое. Давайте в лицо сделаю. Вот так вот сделаю, хорошо. Дракон второй ход, который дает... Ну, слушай, на арене это же как бы супер редкая лего. Ты жрец уныл. Я бы, наоборот, никогда в жизни жреца бы... Ну, типа, самые сильные карты жрецам банить это, ну, как... Ну, как чунство. Ну, ребята, они и так страдают. А вы еще самые сильные карты хотите им банить. Так. Ну, это солидно, конечно. Солидно, солидно, но... Это как-то сомнительно, что ты сможешь здесь что-то сделать. Ну да. Вот говорю же, вот. Я бы никогда в жизни не позволил себе, играя против шамана, что-то сидеть с чатиком трещать. А здесь как бы трещишь с чатиком и при этом выигрываешь. Хотя это второй класс. Ну потому что можно выигрывать у него. Можно. Потому что он как бы справедливый. Ты, у него есть слабые места... Нет какого-то прям супер... Даже его дурацкое ДК, оно как бы слабее, чем дурацкая семерка. Не, ну ладно, может не слабее, но вот в совокупности опять же. То, что у шамана вообще все закрыто, и еще есть перманентная хрень. Жуть. Так, кстати, уже 5 побед. Мы рассчитывали на 5. Как бы минимум. Мы минимум выполнили. Я все еще надеюсь, конечно, побольше. Бесспорно. Ну, типа, блин, я не знаю, ладно, хорошо. Маг это... Вот есть кайфовый охотник. Охотником кайфово играть. Ну, потому что... быстрый класс, там можно даже плохими картами что-то повыигрывать. Но... Есть у охотника, конечно, и минус. Потому что охотник, если прям какой-то контроль, но ты, у тебя начинаются вот эти унылые игры. Очень унылые игры могут быть у охотника. Вот. Не такие, как, возможно, у других классов, но есть унылые игры. И второй класс, которым очень приятно играть, это маг. Много возможностей. Ну, а может быть, у меня осталось это после... Так, наверное, я даже так сделаю. Может, у меня, конечно, осталось это после дуэлей. В дуэли ты классно играть. Короче, мы пришли к выводу, что семерку шамана надо нерфить. Ой, это надо просто удалять, да? Коллективным мнением. Все с этим согласны. Волна огня нормально, но синтез, кстати, сейчас как будто бы приятный.
Пожалуйста. Да, пожалуйста. Магам весело, да. Никакие такие скрины, они веселые. Разнообразные, что-то делают всякое разное. Чё мне? Сайленс накидывать на него? Как будто бы могу. Просто сайленс накинуть. Могу тройку достать. Какая карта у охотника на демонов просит Silence? Какой-то демон может больше. А какой демон? Да нет особо демонов таких. Чтобы прям. Как будто бы и реально нечего доставать. Это. Ничего, не пофигу на все. Хорошо, давай я сделаю тебя. Блин, ну тебя можно достать. Просто как бы если я тебя достану, тогда у меня что, тебя надо еще делать? А уже как бы, ну так. Ладно, хрен с тобой, давай. Хрен с тобой. Ну, типа, разменяется, ладно, меня не жалко. Призывателя. Ну, наверное, я должен тебя достать. Чуть урон получить. Получается, нужно получить. Четверочка, ну как будто бы, кстати, прикольная. Давай. 3-2 мы что берем. 3-2, к сожалению, не убрал. Ну ладно. Я могу семерку сделать. Сульфурасы забыли забанить у воина. Тоже сомнительная карта крайне. Если воин квест выполняет быстро и достает сульфурас, ну это как бы что-то невероятно редкое. И можно как бы радоваться за него, наверное. Так, может быть мне стоит тебя лучше достать. О, могу пятерку плюс двойку. Пятерка-двойка выглядит, кстати, интереснее, ребят. Потому что семерка я сейчас получаю по лицу и охреневаю от того, что мне делать дальше, да? Плюс он мне его убивает легко. Так, пятерка, двойка, семерку мне не с чем играть, значит двойка такая, правильнее мне будет. Хорошо. А на следующий ход 6 плюс 2. Окей. Здравствуй, Макс. Это сильная, супер сильная дичь. Но здесь я поход проиграл, ребят. Я потому что не могу прям сразу ничего. Нет возможности сразу же ответить на эту дурацкую лего. Как бы и все. Это слишком сильная лего. Ну, Flame Strike, мне кажется, может сейчас стоп-дек сразу прилететь, но. Окей, хорошо. Как будто бы есть шанс у меня. Давай, я уехал какой-нибудь. Ну так, я уехал. Получилось. Ну, ладно, хорошо. Я сейчас. Я, конечно, пополучаю, но я благо восстанавливаю здоровье. Вот, сейчас, может, семерка у меня зайдет. Короче. Самое, кстати, печальное, что он достал ее с раскопки. Это прям мега плохо. Можно шестерку и разделить шестерку. Ладно, да, хорошо, у меня, наверное, вот такой сейчас будет план. Да, пожалуйста. Шестерку разделить шестерку.
Писец, это, конечно, вот супер лего поломано. Такая поломанная, что просто жуть. Хорошо. Убрал. Достал. Ну, такое. Ну, такое, ребят. Благо, у меня Никси хотя бы сейчас будет. Давай только ты не... Ладно, это тоже терпимо. И тем более, сейчас меня могут вот они поглотить урон, а потом он сыграть, поэтому ладно. Тоже ладно. Тоже ладно, хорошо. Больно, но я вроде как бы еще живой. Ай. 7 урона. 7 урона это мало. О, вот это хорошая карта. Ну, я в любом случае должен достать. Конечно же, Аникси. Конечно же, Аникси должен достать. Ну чё, я надеюсь, что мне сейчас не залетит сразу что-то. Вот давай ты мне сразу ничего не закинешь. Не закинешь сразу, прям моментально. Не убьешь меня. А если не убьешь, значит, у меня все окей. Ну, а, ну ты меня не убьешь. Не, ни хрена ты меня не убьешь. Ни хрена ты меня не убьешь. Я снова в строю. Реальность сплетается. Yep. Так, погоди, это 4-4-4-4 будет. Подожди, 4-6. А, ну хорошо, давай. Давай. Кажется, что я делаю полную хрень, ребят. Но вот он мой ход. Вот ради вот этого оно все сделано. Ради вот этого. Не очень хорошая десятка, но это плюс-минус нормально. 11 здоровья, это все же уже нормально. Сейчас я еще себе накидаю здоровье, и вообще потрясающе. И все. И опять же, как бы, вот только что давил охотник на демона, все у него было здорово, а сейчас уже как бы уже все. Я перевернул, теперь в мою пользу, я уверен. Против шамана такого не бывает. Против шамана, даже если шаман что-то не сделал, то все равно, как бы, у тебя проблемы. Все равно тяжело, все равно больно. Да, согласен. Сайленс, окей. Че, накинуть на тебя сайленс в этот раз? Тебя достать. Не, наверное, вот это надо доставать. Я тебя не убиваю. Не, мне, честно говоря, все равно. У меня, если что, здесь 4, 7, 7, 16 плюс 7, 25. Да, я тебя убиваю. Но опять же, если бы я его не убил, летал здесь совершенно не важно. Я бы все равно выиграл. Как мне кажется, уже. Не, это была сильная партия. Мне понравилось. Ярость легиона меркнет
перед моей. Не стоило напрашиваться. Ну да, несмотря на то, что мы побили предыдущего охотника на демонов, это не значит, что нам можно недооценивать этого охотника на демонов. В любом случае, класс сильный и очень-очень-очень опасный. Крайне опасный. Быстро. Ничего не делай. Бывает. Нет. Нет. Я сейчас все соберу. Собери, собери. Мистер собирала. Так. Хорошо, я сейчас все соберу. Давай, я просто достану скорпиона. Довольно все плохие карты. Ну, наверное. Ну да, и все плохие карты. Карты плохие всем. Так. И что ты хочешь сделать? Если что, у меня четверка, либо двойка, двойка. Этой шляпы достоин только один из нас. Ну, я как будто бы не против, сказать честно. Хорошо. Отлично. Так, 3-2. 2-2 замена. Мои варианты на следующий ход. Привет, Крызон. Так, и чё? Ну, на самом деле печаль. Окей. Просто пятерка, значит. Не, ну пустой хол, стол доставать эту пятерку, это прям мега уныние. Тут вопросов ноль. Но. Монетка шестерка будет, конечно, катастрофа. И, скорее всего, монетка шестерка я проиграю сразу. Ну, возможно, ему типа нечего достать такое, что атаки больше. Тоже же теоретически может быть. Ну да, вот типа ты просто так теряешь, по сути, 4-5. И тоже вообще не круто. Не круто, ребят. Окей. Не теряешь. Не теряешь. Донт теряешь. Хорошо. Хрень ты магнетизм просто на халяву получил. Придется. Чё ты скажешь? Так.
Я два урона как? Как ты два урона собираешься наносить? Ага, понял. Че, у меня шестерка единиц? Шестерка замена. Хорошо. Хай. Когда-то давным-давно был такой сериал «Гриндайзер». Очень давно, ребят. И там все соглашения, ну, типа, с японского переводили. И все соглашения, все, которые только существуют. Да, отлично, окей, хорошо. Все переводили как хорошо. И там были просто серии, где ты сидишь 5 минут, и тебе 200 раз скажут. Хорошо, 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 хорошо. И я был хоть и очень молодой. И, наверное, мне было, я еще, ну, типа, может, первый какой-то, может, еще вообще в школу не ходил. Но меня уже тогда это так триггерило. Это было так невозможно просто слушать. Бесконечный поток, хорошо. Они еще постоянно давали команды какие-то. Ну ладно, может быть, это был ладно, это, наверное, был не Гриндайзер, но там про роботов было. Там были пилоты роботов. И там вечно кто-то давал кому-то команды. Так, ну типа, да, но в то же время ты нет, как бы. Да и нет. И больше нет, чем да. Хорошо, давай я, наверное, так сделаю все же. Да, если у меня сейчас демон у него... А, ну хотя он сразу демон не достанет. Не, надо подумать. Восьмерка, ну такое. Восьмерка можно. Два, два... Три... Один, два, два... Хорошо, давай я сделаю... Раз... Да, пофиг на восьмерку, давай. У меня кончается время. Ну, может быть, та же так. Хорошо. Как вы? Кто такой взял? Окей, 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 окей. Здравствуй, Кирилл. Да, это правда. Маг ничего. Маг приятный. Сильным его назвать, учитывая шаманов, наверное, тяжело. Но приятный. А главное, чтобы что? Чтобы игралось приятно, правильно? Вот чувствуете, денечек отдохнул, и уже насколько не такой негатив против шаманов-то этих дурацких. Шаман по-любому дурацкий, но негатива не так много. Что отдых животворящий делает. Так, все два урона. Все. Файн. Так, что мы делаем здесь? Что мы ожидаем, что мы ждем? В лицо мне в крена... Блин, иди ты нафиг в лицо. А, ну, только ты не мог никуда никак. Хорошо, чё, я не против. Не, я так ударю лучше. Может, я лучше два урона ему в лицо фигачу. Давай. Раз. Ручный Альби, это звучит как какая-то, как хрень какая-то. Изучение магии куда интереснее. Поехали. Ну да, я ожидаю, что у нее сейчас 9 урона мне направится в лицо мое. Возможно. Это же как бы хорошо и 8-8 разменять, и все дела. Не, опять от Олега. За 6 раскапываете. Mm.
Какую же карту за 6 он раскопает? Ну-ка, давайте-ка подумаем, какая карта может быть. Не, ну ладно, там типа и нейтральные. Но все равно даже учитывая нейтральные. Ну да, приятно. Ну что, я, наверное, тебя сейчас буду делать. По всей видимости. У меня чешутся не только кулаки. Ну, по всей видимости, действительно придется, ребят. Ну, конечно, могу флеймстрайк сделать, но флеймстрайк, ну, тоже, ну, так. Давай. С такого начнем. Звучит приятно. Согласитесь. Так. Хорошо. Давай так. Ну давай что-нибудь... Ой, как тут вопрос какой. Не, ну кстати, очень вопрос... Не, давай на всякий случай. У меня много карт, у меня много ремувалов. Пускай у меня будет еще лечение. Лечение может быть крайне полезно. Даже хотя бы просто флеймстрайк и 3 раза полечиться на 6. 4 раза полечиться на 8. Немало. Что-то есть такое подозрение у меня, ребят. Такое подозренце. Что не очень-то у него и дела обстоят с восьмеркой. Или все же в лицо-то мне залетит. Совсем в лицо. Ну, окей, хорошо. Раз. Окей, окей, окей. Раз. Да. Раз единица. Еще единица. Окей. Раз. Два. Три. Устраивает. Со столом разобрался. Как бы сам провокацию выставил. Намного более безопасности сейчас сижу. Не против, короче. Здесь может быть четверка. Может быть один четверка. Посмотрим. Тонкая игра. Вообще на тоненького, на тоненького. Окей. Заклинания льда-то будут? Я вообще их ожидаю. Если секрет повесят. Будто бы похрену. Я могу теоретически попытаться в лице им пробить. Но звучит, как будто бы нет. Может быть, мне сейчас просто действительно отлечиваться? Так, хорошо. Я сейчас постараюсь, наверное, что-то подлечиться. Или петроглиф для старта. Не, похрен. Давай. Тебя на проверку. Тебя удар сюда. Ага. А, ну это я, кстати, ошибся, ребят. Это я, кстати, ошибся. Ошибся, потому что я не посмотрел, что это секрет не из
двойки, а из сладкого шквала. Ну ладно, хорошо, я как бы тоже полечился, и у меня, опять же, карт у меня предостаточно, чтобы с ним сыграть. Это не очень приятная хрень, скажем честно. Ну, показывай демона. 8-3 урона сейчас какие-нибудь. По всем. А уехай. Скорее всего. Очень не ожидаю я эту карту. Ну, слушайте, если ты 8... Восьмерка, только восьмерка. Ну, восьмерка, да, давай. Я верю, что там будет она. Ну да, ну чё сидеть, комедию-то ломать. Ну, кстати, как будто бы даже, возможно, мне тебя стоит взять. Это вот окей. Ладно. Охотника. Хорошо. Это охотника. Ну, ладно. Всё. Чё? У меня вот такой вот ход есть. Может быть, я тоже что-то подзаморожу. Кто знает? Знает. Так, а еще у меня, кстати, магический броник, то он еще тоже в колоде. Чё-то куда ты? Не очень пока понятно. Так, демон какой-то еще. А чё у тебя за демон? Ты кого хочешь убить? Тимарусь убирает. Понял. В лицо, да, мне фигачит? Блин, пицает, кстати, немного больно, ребят. То есть не то, что немного больно, а прям больно-больно. Хорошо. Угу. Хорошо. Давай сделаю так сначала. Так сделаю. Сюда закину. Окей. Ну, я надеюсь, что 3-3 умрет. Это опасно. Ну, в лицо там... Не, ну, теоретически. Но обычно в лицо же нету карты с этим. Крайних карт. Лицо. Что, никаким пчела-зомби, что ли, получается?
Типа шестерка мне как бы уже сейчас вообще все равно на шестерку. Так, это неприятно. Это неприятно. Будет, блин, ну отвали, ну зачем ты бьешь мне лицо? Ну как тебе это не стыдно? Лицо бить. А, ты меня убил. А, да, ладно. Это была интересная партия. У меня лечения так много было в колоде. К сожалению, я ничего не поймал. Джайна. Сейчас повеселюсь на славу. Не стоило напрашиваться. Так. Хорошо. Ничего не хочу. Все так себе. Будет против Валиры. Пас. Просто выстрел? Да, просто выстрел. Я уже начал задумываться, а не кинут ли мне руническую сферу для того, чтобы раскопать какой-то условный секрет. И, ну. Дрессировать дракончиков сложнее, чем кажется. Да не, пофигу. Пускай еще одна дракончик получает, ничего страшного. Ну, у меня есть две двойки, два заклинания. Ты же больше никого не достанешь? Через монетку можешь, конечно, дракончика достать, но такое. Ты же вряд ли это будешь делать, вряд ли. Три случайных заклинания мага, учитывая, что сейчас как бы карта получше, вообще, в принципе, неплохая карта должна быть. Самое лучшее, как бы, может быть, фаербол просто. Но учитывая, что у меня не так много сейчас карт. Я думаю, не, ладно, хорошо. Да не, может быть, действительно лучше. Не знаю. Тяжелый выбор. Если бы не было бы 4 карты у меня в руке, причем 2 из них мертвые, да? И как бы это тоже хочется играть очень попозже. Ну ладно, хорошо, я так возьму. Я лучше так возьму. Сомнительно, но окей, ребят. Ну хорошо, давай. Две хорошие карты, одна отстойная. Давай, ты мне сейчас ударишься так,
достанешь еще всякой мелочи, я сделаю шестерку и буду очень даже доволен. План действия такой. Ну, кстати, я даже на двух могу спокойно. А элементаль достать. Элементаль даже, наверное, поинтереснее. Хорошо. Хорошо. Семерочка. Ну, может быть, Flame Strike, но вряд ли. Скорее всего, будет семерка. Тупо 7. Ну, давайте подумаем. Хорошо, могу сделать вообще пятерку только. Как вариант. Этот умрет, этого разменяю. 4-4 останется. Ну, давай, я даже, наверное, так лучше сделаю. Пускай. Четверка неприятная, надо ее как-то разменивать сразу. Что ты мне про прошлую игру? Я уже, у меня уже 7-й ход здесь. Я про прошлую игру какую-то вспоминаешь. Меч. Хорошо. Окей. Так. Страйк. Ну, я, ладно, хорошо, я могу сделать просто тебя и шестерку. В целом меня это устраивает. Давай. Хорошо. Что за три призывайте его? Так. Если что, опять же, у меня есть Flame Strike. Но немного напряжно, что он мне в лицо бьет. Это напряжно, ребят. Блин, ты серьезно? И ты прям все вхреначиваешь мне в лицо? Это опасно. Это очень-очень опасно. Опасно мне не нравится. Нормально. Ну, такое. Что мне делать? Мне надо решиться. Как бы мне нужно сейчас не получать урона. Я могу сделать Flame Strike, но так себе. Могу сделать тройку, может быть. Так, у нас вон такая вот есть карта. Неплохая карта. Хорошо, давай, 3 урона, наверное, это терпимо еще более-менее. Раз. Два. И 3. Окей. Но опасно, все равно опасно. Ну, если он, типа, просто пытается мне стол зачистить, я супер за, потому что я легко это все дело уничтожу. Блин, отвали. Ладно, давай элементаль огня, элементаль воды хотя бы пойдет мне. Блин, это очень опасно. Супер опасно, мне нужно лечение. У меня 2 карты с лечением в колоде. Очень надеюсь на лечение. Давай ты мне хотя бы здесь так разменяешь. Потому что если ты мне еще и здесь ударишь в лицо, это будет крайне плохо. Мне надо решиться.
Ответ на мага, где обилка качается за почетный папер, раскопать можно на арене? Нет. Не, ладно, хорошо. А ну как ты, если восьмерку сможешь раскопать, то раскопаешь. Так, нет, нельзя. Так, хорошо. Ситуация супер мерзкая, ребят. Мне по-любому нужна какая-то защита. А хрен ее знает, где ее взять, дать защиту. Ну, ладно, давай. Я, походу, проиграл. Вот это та партия, где ты как бы можешь шатать карту какую-то типа флеймстрайка, да, чтобы не получать урона. И... Да, но ты не хочешь отдавать флеймстрайк на подобные вещи. Если сейчас ничего не... Если меня сейчас не убьет и ничего мне не придет, то я делаю шестерку. Надеюсь, что там будет лечение. Третье сокровище, кстати, третья добыча. Бляха, ну отвали. Три урона. Как же ты заколебываешь-то? Столько у тебя дэмэджа. Чё-то рывок может быть какой-то. Это в чем прикол? А, ты типа меня бэймишь. Как последний ублюдок. Понятно. 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 Хорошо. Ну, типа, их не то, что не хватает. Чё их не хватает? Не хватает. У меня как бы две карты, которые меня бы лечили. Как бы, если бы у меня был бы ледокатчик, он бы точно так же не приходил мне в руку, от него тоже бы толку не особо было бы много. Реальность-то она такова. Если не приходят нужные карты в руку, то ты проигрываешь. Не стоило напрашиваться. Тролль. Давай, тролль. Посмотрим, что у тебя там. Поставим. Опять же старты немного. Дай похрен, я тебя достаю. Понял. Затишье перед бурей. Бесконечный максимум. Вообще, амулет пламени дракона как будто бы и лучше, да? Будет. Ну ладно, против шамана, который любит играть бесконечно, мы тоже можем поиграть бесконечно. Тем более у меня следующий ход, непонятно, что делать. Могу двойку-двойку сделать. Так что и нормально. Я могу ее заморозить. Прилив силы, не думаешь, у меня? Ну да, давай заморожим. Тупо заморожу. Хорошо. Халявная гроза. Классненько тебе. Просто нет, классненько. Ну, ладно, давай я сделаю так. Тройку все равно очень тяжело использовать на самом деле.
плохо. Плохо, плохо, бисквит. Бисквит. За единицу типа двойку получить. Да не, я лучше так, наверное, возьму. Да, я могу типа выстрел сделать, двойку и двойку. Давай передохнем. Хорошо. Файн. Файн. Так, эта карта приятная, ребят. Фрост Аркану, дай пока. Ну и вот это тоже, кстати, ничего карта. Ничего карта, у меня не так много элементалей, возможно, для него. А это типа всегда будет играть. Хорошо. Давай. Короче, если у него не будет семерки, ребят, тогда я... Это, кстати, супер неприятная карта. Песос — это неприятная карта для арены, ребят. Ну, типа, Flame Strike мне отдавать. Ну, хорошо, давай, Flame Strike отдам. Же его нужно строго 7 урона наносить. Ой, 5 урона. Ну да, ладно, хорошо. Следующий ход у меня будет 6 плюс 2. Да, окей. Или просто тебя. Не, давай 6 плюс 2. Может, что-то какой-то натиск будет. Нет натиска. Два стелса бесполезных. Сим-карт, окей. Девятка, которая будет восьмеркой. Либо единица. Честно говоря, мне кажется, единица мне полезнее. У меня много карт, мне не так нужен раскатный зал. Тут тоже такой момент. Девятка будет стоить 8. А двойка будет стоить единицу. Двойка в два раза дешевле. А девятка, ну там чуть-чуть дешевле. Да, чуть больше 10%. Это всегда нужно учитывать. Так, ладно. Как скажешь. Главное не семерка. Семерка это напряжно, все остальное похрена. Этот карт хорошо будет играть против его четверки, которую он 7-7 сейчас сделает. Ну, пускай, если ты просто это размениваешь, да я не против. Два вели Нептула на самом деле. Жестко. Жестко, жестко. Нет, это просто Аникси. Не вижу причин сделать, не сделать Аникси. Тут сразу как-то надо что-то придумывать против дракончиков. Сейчас АУЕх какую-то закидывать. Тоже партия, где я себя чувствую достаточно уверенно против этого шамана.
Опять же, главное не семерка, но даже семерка прямо сейчас, вот типа, если он делает, она, ну, не особо-то вообще он ее может сделать. Но теоретически через пару ходов действительно может быть напряжный. Очень может быть напряжный АУЕХ, которая скелетов делает. Надеюсь, не она. Если она, то все хорошо. Секрет охотника — это может быть заморозка заклинания, либо заморозка существа, соответственно. Ну, сейчас дракончиком ударюсь. Это все равно. Нет, ты не можешь мне в Аниксию что-то таргетить. Нельзя, дружище. Нельзя. Че, просто тебя в лицо бью? Просто бью лицо. Да? Уверенная победа над шаманом. Вторая за все, за весь мини-сет. Хорошо, хорошо, хорошо. 7 побед. Аман! Аман, ничего не надо мне. Ну, двойку, ладно, оставлю. Тройка, замена солнечного дракона сразу же. Первый ход. Ага, я точно хочу. Скажешь. На подобную карту у меня ответ найдется. Бах. Пожизненное заключение. Давай. Словно 10-10 убрать можно будет. Кроме меня. Так, не заклинание. Ребят, не заклинание природы. А вы знаете, какое не заклинание природы? Есть одно заклинание тайной магии, ребят. Есть. Мерзкое, жуткое, противное. Ну, кстати, я даже готов и четверку сюда закинуть сразу же сходу. Ну да, чё. Ну хотя ладно, может быть Silence был бы... Ладно, хорошо, Silence был бы правильный. Я хрень какую-то сделал, я забыл, что у меня есть Silence. Ну забыл, ребят. Ну забыл, ну бывает. Бывает забыл. Silence был бы лучше. Выстрел вот эту штуку. Ну, окей. Да кто ж сомневался, что у тебя будет сейчас вот эта вот всякая хрень. Silence я не могу, этот Flamestrike я не могу сделать. Давай я сделаю, наверное, тебя. Вообще ничего хорошего нет, ребят. Ладно, давай я сделаю так. Ладно, давай. Флеймстрайк на следующий ход. Вот сейчас получаю дохренища. Рыбу на проверку, да.
Не, тут хрен секрет. Да, я прям страйк делаю. Бах. Так, если что, у меня есть защита, и это как бы радует меня. Ну ладно, я хотя бы одну брал, это тоже уже приятно. Уже приятно, ребят. 4-4. Выстрел. Выстрел 4. Выстрел такое вот. Ну хоть броню делай. Ну да. Как будто бы реально хочется броню сделать. Ну не, ладно, союзника Зазис будет правильней. Ну хоть ладно, протестую хрень. Но... Ну да, ладно. Протестую хрень. Что у него рыба еще осталась? Что-то мне хочется заморозку сделать. Как скажешь. 3. Хорошо. Давай, я так сделаю. Короче. Ай. Ай, но ладно. Что поделать? Не в лицо зато. Зато не в лицо. У него как бы здесь две монетки. Там маны. Окей. Еще заморозка. Окей. Так, сайленс. Хочется сайленс накинуть. Хочется накинуть сайленс сюда. Хочется чё хочется? Ростболт. Ростболт полезно. Будьте добры, потише. Раз. Два. Три. Окей. Но он восьмерку делает, я восьмерку могу вот этим убить. Терпимо. Ожидаемо. Ожидаемо. Так, хорошо. 10 карт, 15 карт. Передровал он меня жесть. Но зато сейчас я как будто бы могу... Возможно, даже восьмерку как-то что-то сделать. Может быть 1-7-2, может быть 1-3-3. 1-2. Вполне себе. Нужно с этим сражаться. Блин, это очень плохо, кстати. Охренеть, это плохо.
Ну, надо рандомить что-то, да, получается? Добор. Добор нет. Давай что-то порандомим сначала. Окей. Окей. Это меня как будто бы устраивает. Здравствуй, Алексей. Да, пожалуйста. Так, хорошо. А, ну, окей. С драконом непонятно, что буду делать сейчас. Ой. Ой, ты тут надоставал-то всего. Так, 6-2. 2-2. Да, ребят, неприятно. Неприятно. Что же делать? Раз. Вот это мне что-нибудь приятное, да, достать? Нет, мне хрень какую-то. Невнятную, непонятную. Я, походу, проиграл. Что-то мне так кажется. Ну, что мне может прийти? Мне может сладкий шквал прийти. С по-настоящему хорошей картой. Ты еще достанешь сейчас кого-то, не понятно. Существует из колоды. Ну да. Просто темпом сейчас забьет. Дракон. А, нет, это подожди. Это не натиск, а почему на него это не было? Сна. Ну. Так, там тебя убить, тебя могу. То тебя могу убить. Ну, да, выглядит, что я здесь проиграл. Как бы раз-два, может быть. Ну, хорошо, пытаемся рандомить, ребят. Я не вижу другого выбора. Приходится рандомить. Приходится рандомить. Окей. Окей. Это неплохой получился рандом. Проблема, что у меня все равно один ХП долетал, этот, единица долетала, да? Ну, три карты, у нее одна монетка. Так, что я могу сделать здесь? По двух убирая, одного не убирая, да? Может быть, очень много провокаций. Рандомим, ребят. Нет другого у меня пути. Только так. Не судьба. Ну, мне как бы разочек повезло зарандомить. Второе же не это. Ну, мы сделали 7 побед. В принципе, я доволен. Это колода 7 побед, окей. Она такая, ну, типа, можно было больше теоретически сделать, но это уже должно откровенно вести в нынешних реалиях с... За спамом шаманов. Не особо в это верится. Ах, черт, не хватает еще 5 паков. Да? Там же меньше. А, там сильно меньше. Ну ладно, значит, на этом все. Спасибо всем, кто смотрел меня.